Даже хентай есть такой. Не спрашивайте, почему я знаю. Hello, ребят, с вами Flutter, и я хотел бы сказать, что я стримлю на Твиче, а кто не знал, вот мой Твич-канал. Собственно, я провожу там стримы, ссылочка будет в описании, вы можете подписаться, ждать стримы. Тут будет подписаться, это те, кто хочет поддержать денежно за $5. А есть и бесплатная подписочка в виде сердечка. То есть будет нарисовано сердечко, вы нажимаете на зафоловить, и вы таким образом подписываетесь на канал за бесплатно и ждете стримов. Стримы будут почти каждый день. Я надеюсь, что вам это понравится. Ссылочка будет обязательно в описании. Мой Twitch Flutter Green Play. Всем привет, моя зеленая банда, с вами Flutter Green. И сегодня мы будем делать реакцию на уже вторую часть Стоп Трэша. А, собственно, я не знаю, сколько собрал прошлый видос. Он пока что находится на стадии монтажа. Этот выпуск называется «Девушка среди парней из ботана в крутого пацана». Давайте-ка начнем. Дорогие друзья, вы на канале Lost Girls. И я решила ненадолго вернуть старый наряд до того момента, как я придумаю что-нибудь поновее, так как прошлый вам не очень сильно понравился. И сегодня мы с вами поговорим о... «Девушка среди парней». И опять же, этого добра на ютубе просто навалом. Конечно, она не как эпидемия нелюбимой дочки распространялась, но все-таки она тоже присутствует на гаче ютубе. Давайте разберем сюжет. Все начинается как какая-то девушка... Подождите, тут не может быть обычная нормальная девочка. Тут должна быть или пацанка, или мелкая мразота. Но мы остановимся на втором варианте. Или мелкая мразота, отлично. Против этих двух типов я ничего не имею, не надо меня поедать в комментариях. В общем, девочка хочет пойти в эту школу, на что директор отвечает, что школа только для парней, так как она девочка, она не может туда прийти. В общем, наша героиня не отчаивается и решает пойти на аферу или обман. Думал, сейчас скажет нафиг. Наша героиня просто выбегает в коридор и переодевается в мальчика. Наверное, она думает, что директор тупой и не заметит, но по всей видимости он действительно просто отбитый, потому что он ничего не понял. С этим я тебе не соглашусь. Есть просто кучу всяких аниме, кучу фильмов, в которых показывается именно подобная вещь, что типа персонаж девушка, но она вот в обществе среди парней. Даже хентай есть такой. Не спрашивайте, почему я знаю. Собственно, допустим, можно взять даже тот же самый шаолинский футбол. Девушка хотела помочь парням, она хотела играть тоже вместе с ними в футбол. И в итоге она, по-моему, побрилась на лысо или что. Точно не помню, что там она сделала. Но она играла вместе с ними в футбол, не подавая виду. Есть аниме, в которых, допустим... Боже мой, как же ж... Эйчико или как она... Или как оно называется... Горничная Дворецкий или что-то типа того. Короче, суть аниме в том, что девушка родилась в семье дворецких, которые всегда прислуживали одной и той же самой семье. Но суть в том, что девушка не может стать дворецким. И она из-за этого скрывает свой пол. То есть она грудь свою обматывает бинтами. Ходит в мужской туалет, не подавая виду, и еще что-то такое вот. То есть, обязательно делает все, чтобы никто не узнал, что она девушка, из-за того, что они, типа, договорились с семьей, которой они прислуживают, что она обязательно должна скрывать свой пол. И...
все были не против, учитывая, что, да, конечно же, семье Дворецких это не понравилось и не нравилось, потому что она, типа, не должна была стать Дворецким именно из-за того, что она скрывала пол. Но, тем не менее, главный герой узнает это, дальше у них начинаются какие-то шуры-муры и так далее. И ее девчуля, которой она прислуживает, она даже не против, она даже помогает иногда. Ну, короче, забавное аниме, то есть я надеюсь, что понятно. Потому что никто и так не знал, что она, типа, девушка. Ну, еще существует второй вариант, что это, как бы, говорят родители, что она пойдет в школу для мальчиков, и вот у них уже сын. Это была инструкция, как получить сына, если у тебя дочь. Давайте продолжим. В общем, в этой школе наша героиня встречает мальчиков, которые, по всей видимости, забыли о существовании школьной формы. Не, ну а что? Есть такие школы, в которых разрешают ходить в абсолютно в чем угодно. Типа, допустим, я в такой был. У нас, да, у нас была школьная форма, все дела, но все просто забили настолько болт, что я как дурачок один ходил в форме. Возможно, даже там потом начал делать так, что купил себе черные джинсы. Черные джинсы есть, гольф и еще сверху пиджак, чтобы не подавать виду, и все. Потом у нее происходит что-то типа стычки с главным из мальчиков, ну то есть она просто падает на нее, а он ее ловит. Ну вы знаете, как это все происходит. А потом узнают, что он гей, и поэтому он и словил ее. Позже им зачем-то раздают квартирки, и героиня радуется, что она одна, но тут... Вот это поворот! Не, не квартирки. Ну типа, живут в общежитии. Если это... Смотри. Есть два варианта. Она попала в школу-интернат для мальчиков. Это школа для, типа... Ну, короче, богатая... Есть несколько вариантов. Давайте начнем сначала. Первый вариант. Это школа-интернат, в которой они либо просто без семьи, либо их селят в специальное там здание, в котором они все вместе живут. Второй вариант – это школа типа платная школа для богатых и так далее, в которой им типа предоставляют свое место для жилья, и они должны на протяжении целого года там жить. Типа, что-то похожее есть и в аниме тоже, кстати. Но неплохое такое совпадение. Да, вы не ошиблись. Оказывается, что она живет с тем крутым мальчиком. А дальше, как вы поняли, должна раскрыться сущность нашей главной героини. Вы в нетерпении? Давайте посмотрим, как. Есть два варианта. Первый, так это то, что героиня просит мальчика выйти переодеться. Он вроде как выходит и приходит в самый ненужный момент и узнает, что она на самом деле девушка. Ну или второй вариант. Как всегда, в квартире по чистой случайности оказывается одна кровать. И во время сна у девочки волосы распутываются, и парень понимает, что это не мальчик. Потом, наутро, он предлагает нашей героине стать его девушкой. Наверное, он подостал от компании своих дружков, но она отказывается. И он говорит, что если она не согласится, то тогда вся школа узнает о том, что она не парень, и ее исключат. И, если честно, мне немного непонятно, как он представлял эти отношения. Потому что все происходило бы примерно вот так вот. А потом каким-то боком все пацаны узнают, что это на самом деле не парень, а девушка.
А что произошло дальше, я не знаю. Есть слишком много вариантов развития концовки, поэтому я все физически не могу узнать. Но существует еще один вопрос. Зачем все это смотрят? И если в нелюбимой дочке я могла что-то посмотреть, то тут нет. О боже, это одна девушка среди кучи парней, наверное, что-то там будет такое интересное прям. И что мы имеем? Заезженный сюжет, отстойные персонажи и все как под копирку одинаковое, но недавно появился лучик света, а вернее кое-что новое, а именно из ботана в крутого пацана. Отстань от меня! Приди в себя, идиот! Разве не видно, что я не хочу тебя убить? Все, верю. Вроде бы этот тренд появился недавно, и я, наверное, даже застала эру образования. А может быть, он просто очень старый, я не знаю. Переходим к сюжету. Все начинается с того, как какой-то пацан, обязательно рыжий, обязательно ботан и обязательно с таким лицом, с его обязательно подругой, не обязательно рыжий, но обязательно ботанши, стоят на коридоре и пялятся на крутого пацана, которого обязательно зовут Даня. Но стоит он не один, а со своей девушкой, и выглядит она не как нормальная, а вот так вот, прям как любимая дочка. В итоге оказывается, что Лиза любит Даню, но не может быть с ним из-за того, что они на ботанше. Ее дружок объясняет, что она быть с Даником не может, и что он любит Лизу, на что Лиза избивает его. Бывает. А на следующий день, когда наш ботанчик приходит в школу, он видит вот такую вот картину. Его Лиза, которую он так страстно любил, стоит и целуется с Даней, обязательно в стрёмной кепке. Вечером Даня, Лиза и приспешник Дани избивают бедного ботана. Со словами: «По-моему, не хватает царапин на его лице». В итоге приспешник вырубает и Даню, и его девушку, и убегает с ботаном. А чуть-чуть позже в торговом центре и происходит превращение из ботана в крутого пацана. Что происходит? Я что-то пропустил? Приспешник и ботан начинают меняться. Они подбирают ему новую одежду, новый цвет волос. А потом цвет волос-то зачем? Ботана говорит, мол, чувак, расслабься. И знаете, что происходит? Происходит магия, а именно это. Вот почему у пацанов такие глаза, не удивляйтесь. А на следующий день в школе что же видит наш ботан? Догадайтесь, Даня опять со своей королевой девушкой. На самом деле ему очки очень дошли, типа... Не все ботаны на самом деле ходят... Не только ботаны ходят в очках. Многие люди достаточно такие круто выглядят. Есть ли мои очки тут? Сейчас, секунду. Вот, допустим. Разве я плохо выгляжу? А разве я вообще выгляжу как ботан, слушайте? Да, я понимаю, что это очки для 3D в кинотеатрах, но все-таки. А хотя у меня есть нормальные очки. Вот. Их протереть еще надо, я их так давно не надевал. Классно же, классно. Так, смотрим дальше. А его Лиза стоит огорченная в сторонке. Но тут появляется бывший ботан и говорит: «Теперь достаточно круто, чтобы быть с тобой». Лиза, смотря в его глаза, отвечает ему: «Да, конечно, я тебя теперь тоже люблю». Но что же делает бывший ботан? Он говорит: «А я тебя не люблю. Обычно я девочек не бью, но ты не девочка, ты сопля». Он берет и избивает. Вау, а классно! Замечательно! Ну ты не девочка, ты сопля. Сука. Боже мой. Представьте ситуацию, ребят. Представьте такую вот ситуацию. Сейчас, секунду. Представьте такую вот ситуацию.
Полиция приезжает на место происшествия, на соседи начали жаловаться, типа, на крики, все дела. Они приходят к этим соседям, и оказывается, что парень избивал свою жену или девушку. Он ее бил, а потом заявляет полиции, что это не девушка, это сопля. И поэтому они все вместе с полицией начинают уже ее мутузить. Боже ты мой, что за трэш. Ладно, ладно, ладно. Ее. И жили они долго и счастливо, но нет, это я уже сама додумала. Какова мораль данного произведения? Наверное, никакая, потому что ее нет. Я думаю, что этот случай нам еще раз показывает, как люди в попытках пробиться через толстый лед 25 мертвых подписчиков и в попытках выйти в свет, просто берут и копируют чужое, что опять же хайпануло. А морали, которую, раз повторяюсь, в этом видео не было, точно так же, как и в предыдущих двух сюжетах. Но все же, я хочу вас попросить. Ребята, создавайте что-то свое, не бойтесь новых идей и перестаньте копировать всякий бред. Ну, а с вами была Мадлен. Окей, прикольный видосик, мне понравился, я лайкос поставлю. Спасибо, кстати, тот, кто во время записи моего ролика подписался на Twitch канал. Да, у меня есть Twitch, кто не знает, подписывайтесь, ссылочка в описании. Я там стримы провожу, ребята. Что ж, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Flutter Green. Всем удачи, всем пока.